Доброе утро всем. У нас утро, у кого-то может быть день, у кого-то вечер. Спасибо, кто смотрит этот видео. Так, второй день у меня. Поеду опять на рыбалочку. Сегодня, ребята, пасмурно, как видите. Передает дождь, наверное, часов 8-9, там где-то дождь будет. Но мне это очень нравится, когда дождь. Там очень-очень хорошие воспоминания. Года два, наверное, там. Он тоже поехал, когда дождь был. Сделал свой рекорд, установил рекорд, и где-то 27 штук. Как будет сегодня, не знаю. Поеду, на место приеду и включусь, если что-нибудь будет. Так что давайте, до скорого. Сейчас чуть-чуть полетим и сверху посмотрим. Так как ветер очень сильный, ветер сильный. Не знаю, как будет. Дрон новый. Сделаем один экзамен для дрона, выдержит или нет. Ну что, приятного просмотра, давайте. Лос, это дори, ребята, отпустим ее. Вот и первый орел сегодня. Attends, je te laisse partir. Oh,
сразу, ребята, второй бросок и вторая рыба. Сразу за ним. Отпустил одного, сейчас второй отпустим, если она уходит. Sont trop petits maintenant. Sont trop petits. Allez. Ok. Je vais ça touche. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Oh, c'est très loin. Oh, super. Иди сюда, мальчик. В общем, пока что-то пятый, ребята. Три алос, один бас и судак один. Опс. Да, что-то творится сейчас. Вот пошла буквально за 15 минут. Уже шестое. Сосед ловит, второй ловит. И мы ловим, ребят. Шестой уже. Так. Оп. Порвал. Все, с джигом ушел, ничего страшного. Опа! Он va jouer avec lui. On va jouer ici. Так, сыт мой, ребята. Окей. Так, сейчас отпущу ее. Так, выключаем камеру. Ну что, может быть, на камеру за... Клюнет, а то как камеру включаю, как всегда. Нету поклевки. Выключаешь и сразу поклевка. Сегодня, вот видите, пасмурно, но клюет. Вот, ребята, нас онлайн. Скорик, мерси. Да, вот, наконец-то клюнул на включенную камеру. А то я уже несколько раз. О, и пошла, ушла. Пахты. Пахты есть, погра. Это уже девятый, ребята. Но все равно. Интересно очень. Сходов много. Хочу пару слов сказать тем ребятам, которые хотят первый раз вот приехать и ловить селедку здесь. Здесь как, ребята? Можно брать с собой в день 5 штук. Вот. Старайтесь не нарушать, потому что в прошлом году уже начали проверять на выходе машин там, друзей моих там. Останавливали полицейских и проверяли их хорошо, поэтому не... Потому что штрафы здесь не маленькие. Только-только хотели включить камеру и сразу поклевка. Десятый. Так где-то у нас, я, наверное, час в воде, там, даже меньше. Уже десятый. Но сегодня поклевка там один за другим. Вот так уже интересно.
Опять пахты, анкор пахты. Полограф. Ну что, сразу же другой, 11-й, ребята. Будем читать, надо до 20 как минимум сегодня сделать. О, селеки жемсу. Окей. Так, выходи, давай поиграемся. Хочешь поиграться? Ну, они же маленькие, ну куда ехать? А, эти солдатики. Так что сейчас отпустим эту маленькую бибейку. Так, хочу показать, какую проводку я делаю. А то недавно один спрашивает меня, как, какую проводку. Вот я когда бросаю, да, вот видите, вот именно когда бросаешь, видишь, что течение там быстрое, ну потихонечку, потихонечку я там кручу, вот и где-то там до угля там 70, да, 60 так. И все, и потом надо быстрее, потому что, чтобы там же камнем до хрена, чтобы не попалось в камнях там, а то сразу потеряете джиг. Вот такая проводка. Ну что, дальше давайте, может быть, опять на камеру снимем. Классный день, нравится мне, ребят. Даже не хочется выходить отдыхать. А то я всегда стараюсь брать паузу, там минут 5 посидеть, потому что ну, не хочется нагрузить, там, загрузить. Там. Как бы не было, возраст уже дает узнать о себе. Нагрузку большую уже, хочешь не хочешь, нельзя. Часик порыбачил, потом пошел 5 минут отдохнул. Так что, ну все, ну давай еще одну поклевочку на камеру. Да, наша страна сегодня рулит. Многие смотрят так, что вы ели сегодня. А что нет, ну я выключусь пока. Не хочет даже дергаться. Иди сюда, иди, иди, иди. Иди ко мне. О, блядь, не хочет сюда даже прийти. Смотри как. Удочка. О, смотри как. Это 13-й, наверное, скорее всего. Да. Ну я хочу, чтобы он прыгнул. Андрей заказал. Ой. О, ну хорошая, блин. О, хорошая. Все. Все. Ну, Андрей, с почином. Сейчас. Молодец. Сейчас я выпущу. О, это 14-й, Андрей. Вот так идет сегодня, я так говорю, один за другим. Сейчас за 5 минут и домой поедешь. Так что ты можешь стоять, отдохнуть. Я удочку сматываю. Да, зачем тебе? Ой, как он прыгнул, вау. Но не уходи, так уже. За шок. Вот и все. Я сорвался. 15-й. Я тебя не обманывал, так что ты же знаешь. Вау, красавчик, давай. Давай, еще хочешь? Да, ни хрена себе. Шансон.
côté de lui. Oui. Ok. C'est toujours comme ça. Где уже? Все, устал уже. О, хорошая, вот это хорошая. Четыре раза, блин, четыре рыба. 16 ребят. Вот рыбалка, да. Рыбалка мечты. Ямушек нашел какой-то там. Да, это рыбалка мечты, ребята, 16. Самое главное, 4 раза 4 рыбы, блин, за последний. Уже люди смотрят косыми глазами. Но. Окей. Зачем, Андрей, тебе рыбалка? Но пару слов. Пару слов, нет слов на самом деле. Нет. Пару не трогай. Пришел два раза, закинул, 4 штуки поймал. И все за счет соседа. Вот так. Всю рыбу переловил. Каждый год одно и то же. Да ладно. Сейчас твоя очередь. Я сейчас. Я очень надеюсь, что хотя бы. Так. У меня рекорд был, ребята, 28. Мне кажется, сегодня уже прошел час, где-то за час 16 штук. Ну, чуть больше часа там. Мой рекорд был 7. Ну вот, так что будем продолжать. 17. Вот так. Ой, блядь. О, так, смотрите. Кило самое большое. Мамочка попала. Кило 885. Вот такая мамочка. Ну, под 2 килограмма. Так что вот. Кило. Ну что, ребята, как видите, у нас дождь пошел очень сильный. Но все равно мы с Андрухой порыбачили. Я сегодня 21 штучку словил. Так что рыбалка вообще суперская, да, была. Я люблю всегда, вот, когда дождь, то клюет хорошо. Потому что, во-первых, очень мало людей. И клюв хороший очень. Не знаю почему. Так что спасибо всем за просмотр. Так что буду записывать иногда вам. До следующего раза. Вот видите, какой дождь. Но там рыбаки остались, в основном ребята китайцы там. Ну, практически все уехали там, потому что дождь очень сильный пошел. Но я не мог уже записать там последних, потому что дождь сильный, чтобы камеру не смочить. Поэтому, так что, ну, давайте.